Всем привет, вы на территории Империи Зла. И сейчас мне бы хотелось рассказать вам очень прикольную и смешную историю про то, как в ССК два гайща перепутали друг друга. В принципе, это было весело еще, когда серб Милан Гаич переходил в ССК, потому что там уже был Адольфо Гаич, человек с похожей фамилией, но с аргентинским паспортом. Вот, и что должно было случиться, то по итогу и случилось. Серб Милан Гаич в матче Оренбург ССК перепутал футболки и надел майку Адольфа Гаича. И не просто у них фамилия похожа, у них номера соседние. У Милана Гаича 22 номер, а у Адольфа Гаича 21. Это, конечно, просто жесть, это просто смех.